Значит, у нас начинается наша программа, и наш первый гость — это Никита Спиридонов. И я хочу сразу признаться, что именно благодаря тебе и из-за тебя появилась эта программа, потому что когда ты мне прислал свою работу из Дубнинской трилогии, я подумала о том, что как было бы интересно ее показать и рассказать про нее итальянской публике. В твоем описании, в Дубнинской трилогии, непосредственно в этих двух видео, ты упоминал или даже мне просто отдельно писал в чате о том, что не забудь включить звук погромче, когда ты будешь смотреть это в наушниках, если не будет возможности показывать это на проекции. И именно в этот момент у меня пришла, собственно, идея, что прибавь звук, и это является таким неотъемлемой, очень важной частью для очень многих работ, которые делают современные художники, и название тоже появилось именно благодаря тебе, поэтому ты по праву такой первый начинатель и первый герой нашей программы, и я очень-очень тебе за это благодарна, и рада, что ты решил поучаствовать в этой истории. Спасибо за приглашение. Мне бы хотелось немножко с тобой поговорить и расспросить тебя про так, как бы про начало времени композитора, твоего начала времени композитора. Вот. И ты из семьи музыкантов, и музыка, в принципе, для тебя всегда была большой частью твоей жизни, твоей, по крайней мере, неизбежной составляющей твоего детства. В любом случае, ты, имея папу и маму музыкантов, ты так или иначе все время слышишь музыку вокруг, и всегда, поправь меня, если в твоем случае это было немножко по-иному. Но помнишь ли ты, как звук появился в принципе в твоей жизни? Ну, сложно очень сказать, как он появился. Наверное, еще в утробе я слушал, как моя мама играет на альте, и папа рядом играл на виолончели. Наверное, он был всегда. Но, знаешь, я помню вот очень хорошо свою первую пьесу, которую я подобрал. То ли я ее подобрал, то ли я уже по нотам ее прочитал. Мне было года 4, наверное, я учился играть на пианино. И это была заставка к мультфильму диснеевскому «Пиноккио». И там была такая музыка, ну, наверное, все ее слышали, там па-па-ра-па-ра-па-па-па-ра-па. Вот, это первая мелодия, которую я самостоятельно сыграл на пианино, и я это даже запомнил. Еще мама рассказывала, что я очень любил в детстве ставить видеокассету ВХС, где исполняют «Времена года» Вивальди. Это было мое любимое сочинение. Ну, тоже, наверное, это там 3-4 года. Я тоже что-то помню смутно такое, что я включал эту кассету, любил там эти концерты, зима, весна, лето. И моя мечта попытаться, это, конечно, наверное, невозможно, утопия, но вот попытаться услышать музыку не как профессионал. Потому что, когда я слушаю музыку, конечно же, я сразу раскладываю ее на параметры. Я анализирую высоту, тембры, и как бы вся тайна музыки, она тут же для меня перестает быть. Ну, в редких каких-то случаях, когда действительно я заинтригован, тогда я стремлюсь достать ноты этого сочинения, чтобы узнать, как же там был сделан этот эффект звуковой. Короче говоря, это все очень быстро перестает быть каким-то волшебным и необыкновенным, когда ты профессионал, музыкант. И я бы хотел вот стать таким вот любителем, дилетантом, который слышит музыку, но не понимает, как она так сделана. Но это моя иллюзия. Не знаю, получится ли мне так отказаться от этого аппарата, который был выращен в моей голове там 3 десятилетия, и заново для себя открыть музыку. Ну, это, конечно, утопия, но я не отчаиваюсь. А скажи, пожалуйста, естественно, у тебя твое образование, оно академического плана. И ты закончил композиторское или музыковедческое направление? Я учился сразу на двух кафедрах. Это музыковедение и композиция. И я еще учился в аспирантуре как музыковед. Окончил аспирантуру. То есть у меня такое самое полное
музыкальное образование. Ну, а этот выбор пойти в университет именно и быть музыковедом, композитором, это был предопределенный выбор просто благодаря или из-за твоих родителей, или это был некоторый импульс, который появился извне? Нет, все было довольно извилисто. Вначале мама долго размышляла, куда меня отдать, потому что вся семья струнники, и брат у меня старший тоже скрипач. И мама, видимо, хотела как-то, ну, уже сменить аспект. Вот. И сначала отдала меня на фортепиано в подготовишку. Потом я проучился на флейте несколько лет. Но ближе уже к колледжу решили, что имеет смысл меня отдать на теорию, поскольку у меня были хорошие данные там по сольфеджио, и мне была интересна всегда история музыки. И пока я учился на музыковеда, я поступил, ну, закончил колледж, поступил в институт и начал проявлять интерес к музыкальному сочинительству. После того, как закончил вуз, я 7 лет работал в оркестре полиции, именно штатным аранжировщиком. Очень такая конвенциональная в этом плане складывалась у меня карьера. Я работал по профилю, да, как музыкант, специалист, который пишет музыку для оркестра, делает аранжировки. Ты в своих интервью говоришь о двух типах зрителя, или, если мы говорим о музыке, то о двух типах слушателя. Академический слушатель, правильно? То есть тот, который приходит непосредственно в контекстуальное пространство и для восприятия музыки, и некоторый такой благоговейный слушатель, как созерцатель, которого, как ты называешь его. То есть тот, кто невольно попал в музыкальное пространство и его внимает. Вот возвращаясь в свое музыкальное детство, в музыкальную семью, ты себя можешь как-то ощутить и оценить, в какой позиции находился ты? Ты был благоговейным слушателем или все-таки академическим слушателем? Ну, для меня, конечно, музыка была таким, знаешь, внутренним путешествием. Ты как будто бы куда-то погружался, при этом ты физически сидел в кресле в концертном зале, и вокруг было много людей, и вообще какая-то не интимная, не домашняя территория, да, а публичная филармония или консерватория. Но, тем не менее, она, звучание музыки создавало такое ощущение, как будто ты куда-то уносишься в совершенно другое место. И, ну, совершенно потрясающий эффект. И тут, наверное, сразу сказать, стоит забежать вперед. Я начал об этом задумываться и писать об этом в своих текстах, вот то, на что ты, собственно, ссылаешься. Это когда я первый раз оказался в каких-то музыкальных инсталляциях в Музее современного искусства и вдруг понял, что там совершенно другой тип восприятия работает. То есть не вот этого такого филармонического пребывания как бы внутри произведения, когда ты от начала до конца выслушиваешь. Ты же, допустим, не можешь там зайти в зал посередине симфонии Бетховена, послушать ее 10 минут и выйти, и пойти там, ну, куда-то в другой зал, как, допустим, мы делаем в инсталляциях, да, когда приходим в музей, задерживаемся там на пару минут у произведения и переходим дальше. Но что меня поразило, это то, что в ситуации какой-то музыкальной инсталляции в музее это работает. То есть в случае бы с Бетховеном это не сработало, да, а вот где-то в этих музеях, где наслаиваются эти разные инсталляции друг на друга, вдруг понимаешь, что оно действительно работает. Значит, надо как-то попытаться проанализировать, какие здесь какие-то другие работают механизмы, да, которые на тебя производят вот это впечатление сильное. То есть художник, зная, что ты вряд ли посмотришь его работу, там бывают длинные же, да, всякие работы, которые идут там 40 минут, там 30 минут. То есть на уровне созерцания этой работы мы вдруг ее познаем. Здесь какие-то работают другие механизмы, да, это ты очутился около инсталляции всего лишь на минуту, но ты как бы узнал все, что тебе нужно о ней узнать, не досмотрев, а часто не дослушав ее до конца. Вот что меня завораживало. Я об этом думал довольно долго, не знаю, как только я первый раз был на выставке, а я даже помню, это была третья биеннале московская, она проходила в гараже, это был 2009 год. Был куратором Жан-Юбер Мартен, она называлась «Против исключения». И там была работа, которая на меня очень сильное впечатление произвела. Это была видеоинсталляция Пьера Юйга. Она называлась «Большие ансамбли». И она мне настолько... Я был под таким сильным впечатлением, что я приходил туда снова и снова, садился в эту инсталляцию. Там такое видео, по-моему, там изображены были два дома, и разные огни мерцали, и постоянно звучала одна и та же музыка, такая довольно параноидальная. Там такой был
ритм папам папапам 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 папапам, и плотность вот этого звучания, она все время менялась. И я был абсолютно вот заворожен вот этой ситуацией и начал думать о том вообще, как сталкиваются временное и пространственное искусство именно вот в инсталляции. И, наверное, вот то, что, на что ты сейчас ссылалась, цитируя мой текст, это какой-то результат моих размышлений, которые я потом изложил в тексте и разделил вот зрителя, ну, как бы два типа таких вот зрителей, условно говоря, слушателя филармонического, для которого важно вот это ментальное путешествие, и вот этого бениаминовского фланера, который переходит из зала в зал, постоянно двигается, как бы модуль его движения формирует его восприятие. А ты сейчас упомянул свою такую первую, может быть, осознанную, да, посещение выставки, ну, осознанное, по крайней мере, восприятие на третьей биеннале. Как ты начал учиться в институте базы? Почему ты решил вдруг перейти из такого академического музыкального, музыкальной сферы, музыкального пространства в довольно экспериментальную и такую, может быть, не совсем очевидное продолжение своей творческой сущности, твоей творческой карьеры. Ты знаешь, это вообще было довольно неожиданно и для меня самого, потому что я ту музыку, которую я писал, пока учился, это довольно такая, ну, скажем, назовем ее классической, основанной на традициях. Это даже не додекафонная музыка, не какой-то экспериментальный язык. Это вполне такая внятная музыка, основанная на традициях. И я даже помню, это был 2008, я помню, как открылся винзавод, мы начали ходить туда на выставки, мой товарищ Ваня Исаев брал меня с собой, и мы просто начали ходить, нам это все нравилось, эти инсталляции, работы, объекты. Тогда ИПСИ, вот я помню, тоже показывали, выпускники ИПСИ начали показывать свои работы. И просто Ваня однажды мне прислал чуть ли, ну, не как в шутку, а просто прислал мне ссылку на прием в базу, а я как-то почти в шутку решил, взял и заполнил эту анкету. Это был 2000, то ли самый конец 2011, то ли начало 2012, потому что занятия уже начались в феврале 2012. Вот, скорее всего, это был конец 2011 года. И я тогда был предельно далек от какой-то современной повестки, от политики, ведь тогда же происходили как раз уже протесты в конце 2011 года, началось протестное движение в России, а я помню, что я был страшно от этого далек, но мне нравились какие-то вот эти проблематики, о которых я уже говорил, связанные с искусством, и те работы, которые я принес на собеседование, это были какие-то, опять же, музыкальные инсталляции, но Светлана с Анатолием подумали, что, ну, пусть у нас будет какой-то студент, который, скажем так, с музыкальным бэкграундом. Чем более широкий разный бэкграунд, тем как бы было интереснее, наверное, работать бы с нами. У тебя появилась группа, которая, собственно, внутри себя соединяла преимущественно музыкантов, да, наверное, и в том числе художников. Какие, скажем так, бэкграунды соединялись у участников этой группы за все время ее существования? Сейчас вот, когда я смотрю таким уже ретроспективным взглядом, ты вот видишь этот момент учебы, когда ты находишься под влиянием чего-либо, а мы очень много узнавали информации за те два года, что я учился, то есть представь себе, это как бы вся современная история искусства там со второй половины 19 века и до наших дней. То есть такое свалилось на количество информации, и, конечно, мы подражали где-то в каких-то работах, какие-то очень такие чрезвычайно концептуальные работы. Но вдруг в какой-то момент мы, видимо, что-то пытались найти свое, и я подружился с однокурсницей, с Соней Румянцевой. Мне кажется, ей тоже были интересны всякие сконструированные ситуации, вот эти перформативные такие истории, которые сложно как-то интерпретировать однозначно. Вот это как бы такая их мерцающая способность этих странных историй. Мне кажется, мы здесь нашли какой-то общий язык. И первоначально же как бы мы не назывались Unmultitude, мы просто были как бы Никита Спиридонов, Соня Румянцева, делали такие постановочные, странные немного фотографии. А вот первая такая работа, которая, наверное, стала у нас такой относительно известной, это серия, которая называется «Серия номер два»,
Мы были тогда под большим впечатлением от разных зомби-хорроров. Вышел сериал «Ходячие мертвецы». Мы, конечно же, его смотрели и были в полном восторге вообще от зомби, как какого-то архетипа. Я, конечно же, хотел попытаться тоже что-то здесь от себя добавить, внести, и мы поехали, сделали такую безумную серию, где бегает человек в костюме, какая-то отсылка, может быть, к фильмам Ромеро, бегает по лесу, там, по болоту. В общем, тут нет никакого нарратива, а есть только какое-то действие, в которое ты можешь внести какой-то нарратив, вот так скажем. Так вот появилась вот эта серия, да, серия номер два. Возвращаясь к непосредственно появлению группы, к названию, ты говоришь, что у нее есть несколько транскрипций, да, транскрипции этого названия. И одна из основных транскрипций, которые, по крайней мере, ты упоминаешь много, тоже в своих интервью, это безымянное множество. Опираясь на понятие множества в настоящее время, как в работах там, политической философии, ты упоминаешь негры, или Харта, или Пауло Верно. Вот. Но множество непосредственно в понимании твоей группы, в этой транскрипции, это группа участников или зачинщиков проекта? То есть это множество, это те, кто создают его, или те, которые погружаются, в том числе, как бы прибавляются к этому множеству? Это множество, которое увеличивается, или которое все время, ну, некоторые константы существуют? Да, ты знаешь, для меня вопрос стал ребром, когда нужно было сделать нашу первую выставку. И я понимал, что может быть только два варианта. Либо мы просто перечисляем фамилии всех, кто так или иначе участвовал в создании перформансов, либо мы все это называем unmultitude, безымянным множеством, и тогда какие могут быть фамилии, если это безымянное множество? А скажи, вводя термин политическая партитура, понятно, что это некоторые действия, которые включают в себя исполнение, непосредственно произведение, исполнение этого произведения и контекст, в который оно погружено или на который оно так или иначе реагирует. Но само слово, скажем так, партитура, оно появилось в этом термине благодаря твоему музыкальному бэкграунду. Ты знаешь, вообще вот момент партитурности, он сейчас довольно, мне кажется, широко обсуждался. Многим знакома вот такая скриптовость, когда ты просто получаешь некое руководство, исполняешь его. Многие перформативные художники, они не сами участвуют в своих перформансах, да, а нанимают кого-то, кто по партитуре исполняет. Но мне бы хотелось проблематизировать вот этот момент партитуры как инструкции и попытаться переакцентировать внимание на то, что могло бы звучать в данный момент не прописанное, а, скажем так, не, какие-то невыявленные контексты, чтобы зазвучали. То, что как бы невозможно в виде инструкции записать или в виде нот, но что возможно, чтобы зазвучало в результате каких-то определенных действий. Вот, допустим, «Трамвай желания». Мы заходим в трамвай и начинаем исполнять «Интернационал». И когда, наверное, смотришь эту документацию, ты понимаешь, что какой-то вот утерян в 2015 году был момент революции, момент вот этого такого, какой-то такой эйфории, перемен. И именно вот благодаря этому перформансу ты понимаешь, что какое-то наступило другое время, другая эпоха. И вот здесь, наверное, этот перформанс дает понять, что то, что было раньше, вот эти интернационалы, объединения, теперь работает совершенно по другим знакам. Возвращение исторических вот этих территорий, оно теперь скорее носит каких-то характер вот этих болезненных международных отношений, и все это как бы очень таким политическими странными вещами отдает. В общем, ты понимаешь, что тот пафос, который был раньше пафос, он теперь, этот пафос, не работает. Но именно эта работа дала это проявить, этот момент. Его нельзя, допустим, было бы как-то умозрительно почувствовать, именно только в контексте исполнения партитуры. Партитура в данном случае, если это инструкция, но ты не позволяешь и не будешь ее повторять опять и опять. Насколько необходима тогда эта инструкция? Что такое политическая партитура? Это произведение, которое мы слышим, его исполнение конкретными людьми и тот контекст, который образуется в результате вот этих двух вещей, да, произведение его исполнения, и все те, кто являются свидетелями, тоже становятся частью этой политической партитуры. То есть это работа, которая максимально захватывает все, что происходит в данный момент. И вот, допустим, взять
первую политическую партитуру «Повар против Веберна», она была исполнена 4 августа 2014 года. И ее сюжет в том, что мы с моим товарищем, с Игорем, как бы изображаем повара Веберна, такие странные вот эти бинарные оппозиции, где я сижу за инструментом, Игорь начищает овощи, закидывает мне туда в пианино, постепенно я не имею больше возможности играть, просто пытаюсь нажимать клавиши, они не звучат, это пианино наполняется овощами, и в конце концов мы открываем центральную деку пианино, и все эти овощи как потроха из тела вываливаются. И вот через два дня, 6 августа, мы узнали о том, что Россия вела продовольственное эмбарго в ответ на санкции Евросоюза и США. И как бы вот это вот эмбарго тоже как бы стало частью, да, вот этого перформанса. То есть перформанс захватил общий вообще политический контекст того момента. И в связи с этим твои перформансы не могут быть повторены, правильно? Потому что они будут уже помещены совершенно в другой контекст. Это просто будет другая история, да. Поэтому это невозможно воспроизводить. Возможно посмотреть и документацию. Да. Угу. Здесь, смотри, какие, в общем-то, были инструкции. По сути, я писал какие-то небольшие музыкальные разделы, раздавал их музыкантам, допустим, для «Ослины мессы», для «Шествия» были написаны определенные ноты, которые должны были музыкантами исполняться. Но в данном случае не эти ноты называются партитурой, а партитурой, наверное, может служить некая рамка, некая такая условность, что вот мы в какой-то определенной последовательности начинаем что-то делать. Ну, как бы, грубо говоря, это непосредственный алгоритм действий. Алгоритм действий, да. Партитура, да, как некий алгоритм действий. И, ну, в этом плане мне всегда кажется, что партитура, она всегда была условностью. Даже если мы возьмем конвенциональную партитуру, допустим, там, симфонии Малера, очень по-разному можно сыграть симфонию Малера. Когда происходит перформанс, грубо говоря, композитор, да, который пишет, он такой авторитарный, вот как он напишет, так как бы это и будет записано, да. А исполняя ее вместе с другими и видел такого перформанса, где в любой момент кто-то может вмешаться в перформанс, как, допустим, в трамвае люди начали там вступать с нами в диалог, возмущаться, и они же как бы не мешали исполнению, да, в данный момент, они стали частью исполнения, причем очень органичной частью, они показали вот этот какой-то конфликт. В этом плане эта партитура, это как раз открытое произведение, открытая партитура, которую ты тоже можешь писать вместе со мной. Вот, я думаю, в чем кардинальное отличие. Я изучаю твои политические партитуры и, собственно, все эти работы. Лично для себя выявила как бы музыкальную составляющую в этих работах на две условные группы. Одна — это некоторые уже заранее задуманные, как, например, в концерте, где у тебя есть непосредственное музыкальное произведение, которое ты исполняешь, но за счет как бы определенного контекста ты не можешь его полностью исполнить. Тем не менее, она есть изначально музыкальная какая-то точка, музыкальная база. Или, например, другая история — это, поправь меня, если я не права, это «Шествие», где у тебя, ты изначально говоришь, что это импровизационный какой-то момент, и, естественно, его переповторить невозможно. Или тоже была написана какая-то алгоритм действия, помимо того, что из точки А вы идете в точку Б. Хотя даже в описании ты говоришь о том, что вы не знали, куда вы придете, как вы придете. Ну, смотри, в случае с концертом, действительно, это было не мое произведение, звучало произведение Баха, его инвенции. Но я понимаю, что тут, наверное, такой очень визуально яркий был найден образ, вот эти руки пианиста в наручниках. Но на самом деле, какая была история возникновения? Это очень ситуативная работа. Дело в том, что когда вот меня попросили сделать работу для этого выставочного зала, это Граунд Ходынка тогда называлась, я был наслышан про конфликт, который случился между, собственно, выставочным залом, который находится в первом этаже жилого дома, и его соседями, которые подали жалобу на то, что громкая музыка им мешает. И более того, в этом же доме находился пункт полиции, куда, собственно, жители и обращались с жалобой. Вот. И все вот эти как бы три
три разные ситуации, да, выставочный зал, полиция и разозленные зрители, они оказались вовлечены в этот перформанс. Я заранее, перед тем, как он случился, положил в каждый почтовый ящик этого жилого дома приглашение на этот концерт. Таким образом, я бы хотел, чтобы зрители пришли, увидели бы этот перформанс, увидели бы вот эту ситуацию закрепощения в наручниках музыкантам, что их на самом деле жалобы и запрет на воспроизведение музыки страдает от этого очень сильно художественное произведение. И ситуация концерта, а в данном случае речь идет именно о самом настоящем конвенциональном концерте, где есть зрители, где есть сцена, рояль. Я даже был в бабочке, соблюдал все каноны. Была даже классическая афиша. К этому. Да, абсолютно классическая афиша, да. В данном случае ситуация концерта должна была быть местом, где бы встретились все эти силы. И более того, эти наручники мы попросили именно из пункта полиции. Полицейские любезно нам предоставили на самые настоящие наручники, но, к сожалению, сами не смогли прийти. Не знаю насчет зрителей, точнее, насчет жителей дома, были ли они, ну, были какие-то люди, они не встали, не признались, мы живем здесь или где-то в другом месте. Но в данном случае музыка, вот как ты сказала заранее, как бы заготовленная музыка, она стала инструментом, она инструментализировалась для разрешения вот этой конкретной конфликтной ситуации. А в случае с шествием, на самом деле, там тоже была написана партитура, она представляет из себя такой неизменный граунд, который играют тромбоны. А остальным музыкантам я сказал, что вот этот граунд, который звучит, вот это пам-пам-пам-пам-пам-пам, это как некий шаг шествия, а они как бы сверху этого шага могут накладывать свои какие-то импровизации и абсолютно свободно работать с ним. И да, действительно, мы не знали, как все это закончится. На самом деле мы думали, что зрители как-то вмешаются, возможно, в это шествие, возможно, приедет какая-то машина, перекроет центр улицы и нам не даст идти. Но мы прошли весь город, зрители периодически к нам присоединялись, махали нам руками в ответ. А раз уж мы прошли и все дошли, то надо было заканчивать наш перформанс, и мы решили зайти в реку. Так мы и завершили его. А скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что для некоторых перформансов ты используешь свою собственную музыку, правильно? Ты пишешь ее непосредственно под какие перформансы, или тебе более интересно работать в некотором диалоге с современными композиторами, или беря какие-то уже известные фольклорные какие-то музыкальные композиции. Что для тебя может быть наиважнейшим в этом плане? Ты знаешь, абсолютно свободно. Я работаю с готовыми сочинениями, как, допустим, «Интернационал», да, или «Инвенции Баха», либо сам пишу специально музыку, как, допустим, в «Ослиной мессе» или в «Краткой истории доносов». Либо вообще музыка иногда как-то чрезвычайно вынесена за скобки, бывает. Нет какой-то установки, что там, допустим, я композитор, значит, я должен как-то вот написать обязательно оригинальную музыку. Нет, ни в коем случае. Сейчас, допустим, я уже занимаюсь тем, что снимаю фильмы, и я работаю с композитором, с Федором Веткаловым, то есть я совершенно не сформулировал так для себя, что я буду сам писать музыку к своим фильмам. Уж я-то композитор, я могу это делать. Нет, ни в коем случае. Федина музыка, она абсолютно идеально подходит для этих фильмов, и я ее уже воспринимаю вообще как свою, она как бы мне очень стала родной, и в этом плане я не зашорен под какие-то готовые схемы. Каждый раз все зависит от ситуации.